Зря это пэхнулся, у меня есть немножечко всяких ресурсов. Что это такое? Ап, ну это левел. Мы играем без шейдеров. Мне не пришлось идти на спаун. Сразу такой киркой. Где выгоднее срочно бежать? Опять, блин, полный капец, ребята. Все, капец. Причем, ребят, что я заметил, потом купил. Намного быстрее и порой даже выгоднее. Всем привет, дорогие друзья, сегодня мы с вами будем играть опять на VMworld Prison 2. Вы думаете, я вас забыл? Нет, не забыл, вот я тут, я здесь, ребята. Итак, что изменилось? Ну, во-первых, нам квесты теперь не надо никакие сдавать, кроме ежедневных, так как я уже все базовые сдал в прошлом видео. Во-вторых, у меня есть немножечко всяких ресурсов продадим, я получаю 5 монет целых. И что мне надо сделать? Мне надо апнуть левел, ребята. Поэтому давайте я прямо при вас апну левел, напишу левел и... повышу его прямо сейчас. За 25 монет такой левел. Найс. А следующий левел будет стоить 50 монет и 8 тысяч блоков. Окей. И теперь, так как я апнул третий левел, мне, знаете, что доступно? Мне, по идее, доступна шахта. Но нам написано то, что нам надо помыться. Вот это ужас. Бам, мы помылись, ребята. И как вы заметили, сегодня мы играем без шейдеров. Может, вам так больше понравится? Пишите в комментарии, играть с шейдерами или без них. Потому что я знаю, что многим нравится без них. А вот вам как, ребят, напишите обязательно. Поедим курицу. Отлично. И нам надо отправиться теперь на шахту каменную. Телепортация будет через 1 секунду. Бам, я на ней. Офигеть, как тут много руд. Ва. Что это такое? Лол, лоленция. Ну что нам надо, ребят? Нам надо сделать, собственно говоря, киречку как-то добыть. А для этого нам нужно что? Хрен знает что. Шахты, база, донат, информация, настройки, бустеры. Походу, ребята, зря это пыхнулся. Надо, короче, покупать кирку на спауне. Но мы можем чекнуть аукцион. Чекнем его. Редкую кирку не будем, там все дорого. Так, 100 монет. О, 105 монет, нифига себе. А выгодно ли это? Я вот не знаю, 105 монет. Выгодно ли это? 105 монет. Эффективность 2. Наверное, выгодно, потому что я еще долго не смогу апнуть. Давайте купим, наверное, да? Давайте купим. Бах, все, теперь у меня есть кирка. Мне не пришлось идти на спаун. И у меня уже эффективность 2. Прикиньте, я бы купил кирку, она была бы эффективность 0. Мне пришлось апнуть до 1, а потом до 2. Я такой, короче, долго и сложно, поэтому я сразу такой киркой. Офигеть. Ну, у меня теперь баланс всего 11. Капец. Я надеюсь, что я буду с камнем много получать. Реально, ребята. Напишите, пожалуйста, в комментариях, где выгоднее копаться, на песке или же все-таки на обычной шахте на этой, потому что если апнуть кирку, то можно реально копать железо и продавать его. Я думаю, то, что оно хорошо действительно стоит. Нам написано, что надо срочно бежать в туалет. Опять, блин, опять, как часто надо это делать? Ёлки-палки, я до записи постоянно бегал. И сейчас капец полный, блин, полный капец, ребята, давайте сбегаем в туалет. Сначала топехнемся на спаун. Все, теперь надо помыться. Блин, бам, я помылся. Все, капец, давайте на каменную шахту тпхнемся. Мне нужно упустим как блоком до следующего левела. Но мне еще нужно, знаете что? Нужно еще апнуть кирку, на самом деле, потому что эффективность 2 это хорошо, безусловно. Но эффективность-то 2 намного лучше, правильно я говорю, ребята? Я думаю, правильно, поэтому надо все-таки апать это добро. И причем, ребят, что я заметил, хп-то у нас растет с апом левела, то есть у нас 3 уровень и уже дополнительно 2 сердечка, то есть это дополнительно 4 целых хп. Это очень круто, ребят, это супер классно. Я вот за это время, ребят, пока что с вами сейчас общаюсь, я накопал всего больше стака немножечко, почти 1,5 стака, то есть что-то я медленно копаю на самом деле с этой кирочкой. Но я же только начал, лопату-то я долго там качал, что-то не качал, но я на самом деле купил ее, да? Сначала обычно лопаты копался, а потом купил. И вот не знаю, как сейчас, ребят, не знаю. Напишите в комментариях, вот вы все-таки покупаете кирки или сами апаете, потому что я знаю, что на некоторых серверах люди вообще не апают, а просто уже у прокачанных игроков покупают кирочки и лопаты прокачанные, потому что это намного быстрее и порой даже выгоднее по деньгам, ну и конечно же по времени, потому что купить намного быстрее, чем апнуть самому. Ну, по крайней мере, на большинстве серверов. О, я нашел еще один ключ, ребята, и мне дали 30 коинов на аккаунт. Офигеть, вот это реально приятно. Теперь у меня в инвентаре целых 2 ключа, и мы сейчас
откроем с вами, ребят, два ключа на спауне. Будем надеяться, что выпадет что-то супер офигенное. Но что-то я не думаю, что нам что-то супер офигенное выпадет, потому что все-таки, ну, это такой рандом, прям рандомистый рандом. Капец просто. А что-то надо сделать. Нам надо продать просто сейчас то, что мы накопали. Вот это вот мы накопали. Продаем 5 монет. Ну, долговато, честно говоря. Ну, ладно, отправляемся на спаун открывать кейсы. Ключи в этот слот. А, ключи от обычного сундука открываем. Бам! Лопаты, эффективность, блин, и фигня всякая. Ну, хотя бы еда была. Капец, ребята. Да, эффективность один. Надо продать. А сколько там продают на аукционе? А на аукционе у нас продают лопаты эффективность 1 за 2 монеты. Да, ну ладно. Давайте тогда аук сел 2 монеты. Все, продал. А, ну, не продал, я выставил на аукцион. И скоро его кто-то купит. Так, стейк выложим пока что, потому что у меня уже есть еда с собой. А и что нам надо сделать? Нам надо отправиться сейчас опять на шахту, копаться, чтобы апнуть потом кирку. Кстати, я не посмотрел, что надо для апа кирки. Пропишем апгрейд в чатике и... Нам надо, ребята, 105 монет целых. Вау. И надо 1250 камня. Ну, камень копать долго. Поэтому отправляемся, короче говоря, на шахту. Удобнее через меню это все делать. Тыкать. Тебе надо набирать, тебе просто надо натыкать и все. И ты телепортируешься быстро. Вот так вот это все придумано. Удобно. На самом деле менюшка офигенная тема. Можно просто не запоминать никакие команды, а тупо пользоваться менюшкой. Но, наверное, это не относится к аукциону. Потому что на аукционе все-таки вот менюшками не получится, там нужно именно командами, ребят, писать. У меня 6 тысяч блоков скопано, что на самом деле это много меньше, чем у всех моих подписчиков. Напишите в комментариях, сколько вы вскопали, и ответьте на опрос, который сейчас сверху справа. Вот вы вскопали больше 10 тысяч блоков или меньше? Ответьте на опрос, буду смотреть результаты и выясним, наконец, какая, ребята, у вас статистика. Также, ребята, пишите ваши ники в комментариях. Если я вижу вас на сервере, то обязательно постараюсь передать вам привет. Напишите прямо мне сейчас в комментарии ваши никнеймы. Я вас запомню, и будет интересно вас увидеть на сервере. Ух, ребят, вот столько накопал, на самом деле это не очень много, но пал я реально долго. И я только что заметил, что кто-то есть, шахтер. Какие у тебя квесты, а? Здравствуй, раз уж ты ничем не занят, не поможешь мне в моем деле. Давай помогу. Кратчайшие сроки мне нужно. Принеси 4 стака булыжника. За это я тебе дам очень ценную информацию. Информацию? А денег не дашь. Информация мне вроде не особо нужна, копить 4 стака накопать, это, блин, много, это реально много. На самом-то деле 4 стака моей киркой, эффективность 2. А прикиньте, чтобы если бы килка была вообще без эффективности, это было бы так долго. Просто невероятно, капец, просто капец. Капец, он хочет спать, ребята. Наш тюремный челик хочет спать. Ёлки-палки. А ведь бежать-то не близко. Надо забежать на второй этаж, блин, этого здания. Второй этаж. Ёпарас, это реально далеко. Это реально просто вымораживает. Это постоянно делать. Капец, когда это закончится? Зачем это нужно? Капец, полный, ребята. Я уже хочу быстрее сдать квест. А вы, ребят, вы хотите? Поэтому напишите в комментарии обязательно свой никнейм, я буду вам передавать приветы. И посоветуйте, как быстрее зарабатывать денег и вообще. Может, вы что-то знаете, что не знаю я, а? Посоветуйте в комментариях. Спасибо всем за просмотр, за ваши комментарии и лайки. Если вы еще не подписаны и у вас горит красная кнопка подписаться, то превратите ее в серую. То есть подпишитесь. Всем удачи, пока-пока.